как воспользоваться электронными картами «Твой бонус». После оплаты заказа перейдите в личный кабинет. В разделе «Купоны и карты» вы найдете вкладку «Мега-акция». Здесь находятся все заработанные карты. Вы можете активировать все карты самостоятельно или поделиться с друзьями. Для этого нажмите на кнопку. Чтобы активировать карту самостоятельно, нажмите кнопку «Активировать». Чтобы поделиться твоим бонусом с друзьями, выберите удобный мессенджер или распечатайте карту. Ваш друг может активировать карту в своем личном кабинете в этой же вкладке. Достаточно ввести полученный промокод. Главное помнить, поделиться твоим бонусом можно много раз, но активировать на сайте можете только доступное вам количество. Чтобы ничего не перепутать, отслеживайте общее количество доступных и использованных карт. Также количество можно посмотреть напротив каждой карты. Для получения скидки или подарка успейте активировать их до указанной даты. В розыгрыше главных призов участвуют только активированные карты. Если карты выделены серым цветом, это значит, что воспользоваться скидкой по карте или получить подарок можно только в следующем периоде. Чтобы посмотреть все скидки и подарки по мега-акции, раскройте весь список доступных карт. Приятного шопинга!